Приветствую на нашем канале, меня зовут Александр, и в этом видео я расскажу об оснащении, которое позволяет избежать большинства проблем при монтаже мониторингового оборудования. Монтажный комплект поможет произвести установку быстро, профессионально и качественно. Монтаж оборудования мониторинга на транспорт и технику – кропотливый труд, от которого зависит работоспособность и правильное функционирование приборов. Последствием неправильного монтажа может стать не только неприглядный внешний вид места установки оборудования, но и разрыв проводов. Вы все еще используете изоленту при монтажах? Тогда мы идем к вам! Монтажный комплект выполнен из прочного кабеля в синтетической оплетке и оснащен клеммами для подключения к бортовому аккумулятору. Кабель, ко всему прочему, обладает повышенной пожаробезопасностью, химической стойкостью, а также термостойкостью при коротком замыкании. В зависимости от комплектации, монтажный комплект может быть оснащен самовосстанавливающимся предохранителем или умным предохранителем, о котором мы рассказывали в одном из предыдущих видео. Три варианта длины комплекта – 4, 7 и 10 метров – позволяют производить монтаж на любом виде техники – от легковой до грузовой и сельскохозяйственной. Монтажный комплект исключает механические повреждения и разрывы проводов. Он обеспечивает надежность соединения, простоту подключения и минимизирует сервисные выезды. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.